глупый парень, как обычно, жил спокойно, в комп играл. И, сынок, сходи за хлебом. Не вопрос, я побежал. Вежливо попросил магазину, папочка. Парень встретил мужика. Отгадай, где спрятан шарик. Так. Был рабакс, останет два. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это глупый парень, новая серия. Крутой папа, поехали, реакция. Ставьте лайк и погнали. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, дурак! Вот реально глупый парень. Не повезло, будешь ли играть еще? Парень сильно заигрался, все рабаксы баки слил. Кто бы сомневался? Ну ты парень и дебил. Даже он ему сказал хлеб. Вау, вот это магазин. Блин, что же мне делать? Чел, может тебе повезло, что ты не можешь там хлеб купить, в самом деле? По-моему, от такого хлеба только умирают. Мне кажется, вы видели этот магазин? Я боюсь представить себе, что там добавляют в такой хлеб. Там даже на вывеску нет денег, просто хлеб написали на стене. Ну это капец. Ага. Так. У вас там хлеб заплесневел. Да ладно. Понятно. Слушайте, ну короче, все прямо как вот, знаете, слово пацана напоминает. И наперсточники есть, и отвлечение и воровство тоже есть. Только слово чушпан не хватает. Да, есть такой. Засранчик тот еще. С хлебами бежит. Ты смотри. Держи, вора! Ты уверен, что тебя батя похвалит за такой хлеб вообще? Опа. Замечательно. Полиция работает местная. Сейчас я жопу покусаю. Ого, ускорился. Да. Бывает, бывает. Страх. Страх, что называется, разгоняет. Собачка любит хлеб. Мило кушала собачка, правда? Главное, чтобы она так мило не кушала мясо с твоих костей, глупый парень. Это... Батя меня домой не пустит. Да? То есть опять идем бомжевать? Еще серию? Да, еще серию. Ребята, смотрите, теперь история разворачивается. У нас в начале песенка, а потом еще так сюжет подается. Это, кстати, интересно, прикольно задумано. Гляньте, что я еще нашел. Глупый парень. Глупый парень по району ходил один ночью. Вдруг наткнулся на бомжей и захотел им дать люлей. Начался крутой замес, парень зря туда полез. Это точно. Бомжи были с батуна, но прошли спецназ войска. Бомжи-спецназовцы? Ого. Вот и раз, вот и два, это слово пацана. Что за дичь? Пролежал часа он три, мимо шел один пингвин. Он хороший гражданин. Что? Нужна помощь пацану, вызвал скорую ему. Вылечите меня! Пингвин хороший гражданин? Вот это дичь. Сразу вспоминается этот, паладин Лотар из Готики. Ты даже не гражданин! И даже не пингвин, да, была бы там еще эта фраза такая в таком жить, случае. Если хвостик удалить, сильно только ты не плачь. Вот пришел уже палач, рупанул он вдоль хребта. Больше нет твоего хвоста, новый позже отрастет, когда жопа заживет. Блин, это классно. Мне особенно нравятся особенности вот этой современной медицины, когда, знаете, вместо там анестезиологов, хирургов, палач. Просто сразу приходит палач, как говорится. Ты, малыш, ты не плачь, сейчас отрубит все палач. Ну, идеально, да? Давайте вторая серия, там, глупый поехали. Глупый парень без хвоста в палате мнет свои бока. Долго здесь уже лежу, лучше. Хорошо, ночь что только я сменю. Бока. Выждал время и вперед, он помчался на утек. Но охранник-мексиканец крикнул, стой, больной засранец. Охранник-мексиканец, гражданин пингвин. Слыша пули рикошет, он забрался в кабинет. Что это за место вообще? Оторвался от огня, только жажда у меня. На столе стоит вода, выпью, пережду пока. Давай, только давай. Это не вода, зелье докварил вчера. Это арбузный сок? Из арбузов эликсир был непростой. Этим зельем он напился и в арбуз миг обратился. Это что за чучерила? Надо пристрелить дебила. Все случилось как в кино. Парень выпрыгнул в окно. Че это в каком кино такое случалось когда-то? Мне я тут же заплачу за просмотр этого фильма на Netflix или где там такое показывают. Очень интересно было бы. Охранник-мексиканец, молодец, конечно, да, крутой. Роберта Родригеса на тебя нет, чтобы в кино снять. Давайте, третья серия. Парень, став арбузом, убежал с больницы, а охранник в это время... Захотелось пиццы, да, или что? Вызывал наряд полиции. Дебил один сбежал. Выдвигайтесь, генерал. Понял, принял, выезжаю. И дебила я поймаю. Именно генерала, да? Сразу что? С козырей начал. Сразу генерала запряг, да? А чё не министра обороны, в принципе? А то у нас арбуз бегает, как бы. Дело государственной важности, да?
Вой сирен, кругом стрельба, ловят копы пацана. Запыхавшись, наш герой забежал в магаз ночной. Помогите, дяденька, спрячься от начальника. Ладно, кепку дай сюда, сам ложись-ка вон туда. Так, еще сейчас будет. Копы шарились везде, но мальца нету нигде. Обыскав весь магазин. Какой угарный полицейский. Вылезай с укрытия, скоро у меня закрытие. Лесу ведьма есть одна, отправляйся-ка туда. Спасибо, может, расколдует она меня. Слушайте, это сколько теперь всяких таких пародий угарных будет? Вот это мне очень нравится, мне дико нравится именно рисовка. Пока что из всяких вот пародий, на мой взгляд, это лучшая. Она вот из-за этой рисовки, она самая смешная. И тут текст угарный, как по мне. Что тут еще есть? Вот, когда батю отправили в магазин, чикенган. Когда батю отправили в магазин. Муж, хочу арбуз. Какой арбуз? 3 часа ночи. Я на 9-м месяце беременность. Ладно, сгоняю. Какие они угарные на вид. Я тебя вижу, а ну открывай ларек. Скорее, вот заходите внутрь, зомби близко. Ага. Нам конец. Чего? Зомби в чикенгане ломятся по классике. Думают полакомить со мной в бешеном натиске. Но со мной Семёныч. Вот это рифма пошла. Друг. Становитесь зеленые твари прямо в круг. Семёныч, будь старый малый, но не дает осечь. Кому не удастся промолвить даже пары словечек. Не стоило вам на меня нападать. Теперь придется вам вечно молчать. Ван Стейт играет. Они такие разговорчивые были, зомби, да, они любили. Они прямо зомби-подкастеры. Просто шли триндели, как Джо Роган поперечный вместе взятые, да, я так понимаю? Батя, на Диком Западе. Давай. Доброго дня, уважаемый. Здравствуй, я охотник за головами. Решил заглянуть к вам за трофеями. Ну, давай. Принесите мне кваса и жареную отбивную. К сожалению, отбивной нет. Ну тогда только квас. Зелел, признавайся, ты участвовал? Твой, что ли? Твой, значит, какой-то дополнительный канал, я правильно понимаю? Как дела, мой друг Билли? Подготовил выручку для меня. А вот, похоже, и мои трофеи. Что? Усатые трофеи, да, такие. Батя решает вопросы и идет на риск. Пошел рыбчак. Рыбчага пошла. На меня думали наставить стволы. Как говорится, они на того напали в щеглы. Жалкие бандиты, не потерплю протеста. Теперь в пустыне с перекати боя ваше место. Когда батя стал пожарником. Еще и пожарником, на честь. Помогите кто-нибудь, мои дети в нашей квартире. Да, нормально, прыгают, радуются. Веселятся. Что тут у вас? Мои котята, они наверху, в огне, помогите. Сколько их там? Сколько их? Двое! Два кулака показывают, двое, да? Так, общаются они зашибенно, вот эти жесты все. Спасибо вам большое. Не за что. Не за что, я как раз жареных котят люблю. Пожалуйста, мне в лаваше заверните, да, очень. Вы что, еще забыл? Ведь там больше никого нет. Сейчас деньги вынесет, да? А! Просто увидел квас на столе и не мог его там оставить. Да ну, блин, я так понимаю, что тут зелел и сценарист, и режиссер, и главный актер, и все нас. Ну я прямо чувствую, я чувствую руку квасного мастера, понимаете? Ладно, ребята, кликайте сюда, на этом заканчиваем. Такой угарный сегодня видос получился. Мне прям, я в восторге, не знаю, как вы. Здесь тоже прикольно, кликайте, не пожалеете. Всем счастливо, удачи, пока, увидимся вот тут.